Ну что ж, друзья, сезон звезд, сезон легенд в тело время. Был у нас Флекс Уиллер, теперь это мэрилендская мускульная машина. И более того, забегая вперед, скажу, что Ронни Кольман будет у нас следующий. Ну а сегодня Кевин Леврон, человек-мотиватор, человек-легенда, человек с непростой судьбой. Об этом мы сейчас поговорим по пути на тренировку. Ну, я вообще очень рад его приветствовать. Boom. What's up, man? Good to see you, brother. Hey. Right on, man. So... Ready to do this thing? Yes. Right on. Let's go. Let's go. Уж больно много у меня вопросов к Кевину, потому что, честно сказать, это один из любимейших моих атлетов, который меня всегда мотивировал. Форма которого, ну, все вы знаете, трицепсы, дельты и пропорции. Конечно, для меня это лично, вот я вырос на Кевине Левроне, всегда для меня это был человек, на которого я всегда равнялся. Вопрос свой я хочу начать с того, что Кевин является олицетворением как раз-таки личности в бодибилдинге, да? Человек, который завоевывал там вторые, третьи места очень часто на Олимпии, до сих пор является рекордсменом по выигранным про-шоу. Но также он является рок-музыкантом, являлся, да, не знаю, как сейчас спросим. У него свой рок-бенд. Песни пел, потом снимался в кино и так далее. Но вопрос мой будет следующий. Почему последние 10 лет мы тебя не видели? Ты куда-то пропал, только сейчас ты появился со своим питанием, начал снова ездить. Последний раз ты был в России в 97 году. Где ты пропадал все это время? 10 лет. Before, you know, I had the business, you know, my health club, my fitness center. I also, you know, I have a son. I have a son now. Since the last time I was in Moscow, my son's 9 years old now, and I've just been focusing a lot on family and business, and you know, working on my new range, you know, so. It's good to be back here in Moscow. I mean, so much has changed since 1997 and 1995. You know, things are so much better now. So it's good for me to be here, man. I'm looking forward to you know, meeting all the fans, and I'm glad I'm here, man. Тогда немножко попытаюсь уточнить свой вопрос. Понимаешь, вот для меня, как для самого первого преданного фаната твоего, я немножко не понимал, вот да, бизнес там, да, семья, и многие даже меня сейчас упрекают в этом, что я больше уделяю внимание там каким-то менее публичным делам, да, хотя там очень много фанатов ждут возвращения на сцену и так далее. Ну, я здесь, как говорится, ни при чем, да. Я к тому, что ты личность изначально, которая зарекомендовала себя как личность интернациональная и самых... высоких достижений, самых больших величин. Ты был, чем бы ты ни занимался, ты был всегда на высоте. И здесь такой переход в немедийный бизнес, да, и в
в семью. Тебя вот это время, когда ты видел, что индустрия бодибилдинга дальше развивается, в ней появляется много больше денег, много новых спортсменов и так далее, тебя все это время не было такого, что ты был, чувствовал себя немножко неудел? No, because, I mean, for me, I've always been interactive with my fans, you know. I have, you know, the YouTube channel, the Lavroni Report. You know, I have... Transformation. Yeah, the transformation. So, for me, man, it's, you know, I'm still active with Muscular Development magazine. I still write for the articles in the magazine every month, you know, so... And I still go to all of the shows in America, you know, the Mr. Olympia, I go there every year. And, you know, always show the support, give the support my support, you know. Ну что ж, друзья, мы в зале, начинаем тренировку ног. Okay, Kevin. So, alright, so what I'm going to do is I'm going to show Andre a few tricks for the legs, which is very important. Actually, man, these were... some things that I would do, like when I would get ready for the Mr. Olympia, you know, and these are tricks that I would do getting ready for the Mr. Olympia, you know, on leg days. You know, it's very important how you position your legs. Mm-hmm. You know, a lot of guys just think that, you know, you can go in the gym and squat, but there's certain ways that you put your foot, you know, to target the muscle groups. So that's what we're going to go through today. Насколько я знаю, ты всегда старался приседать с узкой постановкой ног для того, чтобы развить максимально свои ноги по бокам, да? Потому что проблема с внутренней частью у тебя никогда не было. Yeah. Также ты сейчас придерживаешься этого. He knows a lot about me. So, let's go. Let me show you a position, okay? This position where come on up, where his feet is a very natural position, because as you walk, they don't walk straight like this, they walk with their feet turned. So you see how his feet are like this, the toes are slightly turned out. This is very important. And then also as he's squatting, come down, he's coming down to where his hamstrings are touching his calves. You know, come on down again. You see, there's no room in between, okay? That's very good. So, I want to show you one more time. Do it one more time. Еще разок, да? Yeah. Может быть, с весом добавим? Yeah, okay. How much you want to put? Is this okay? Yes. Okay, so, now I'm going to show you guys out there the wrong way to do squats, okay? This is the way that I don't recommend. See, when you squat like this, it puts more stress on the knees. This, is the wrong way. Uh-huh. This way is the right way. Yes. Ну что ж, то, что и требовалось доказать, Кевин тоже об этом говорит, что недосед – это всегда плохо, это всегда лишняя нагрузка на колени. И несмотря на узкую постановку ног, всегда обращайте внимание на то, чтобы колени шли немножко по сторонам, а не смотрели прямо. Кевин, что касается ног и положения коленей, я понял. Но я обратил внимание, что ты берешь слишком широко за гриф. Ты всегда так делаешь, потому что бытует мнение, что для более устойчивого приседа нужно брать поуже. For me, this was, you know, when I was really big and massive, I could not touch the back of my head, you know, because my shoulders were so big and my traps, I could not touch this.
So I could not grab the bar like this. Mm-hmm. So I had to go like this, mm-hmm. you know. This is the only way that I could balance it because my delts and my traps were so big, I could not go like this. Что ж, Кевин говорит, что он такой был большой, что просто не мог этого себе позволить. Но я по себе помню, что я еще будучи юниором, я всегда брался широко и не мог представить, как же сделать это уже. Но потом переучил себя, несмотря на то, что мой вес возрос, я все-таки сумел это сделать. Но, судя по всему, Кевина это не очень волнует, положение рук на штанге. Вот, поэтому мы продолжим. Yeah. Okay, let's go. Okay. Yeah, so you can actually see how far he's going down. And if you come to the side and look at the side view, you'll be able to see he's going all the way till his hamstring touches his calves. And also as he's going down, he's inhaling and exhaling, you know? You're, you know, it's very okay. important. Я хотел тебе задать вопрос по поводу остановки вверху. Бытует мнение, когда у меня был на передаче Деннис Вольф, он говорил, что он никогда вверху не ждет, не расправляет колени. У него всегда идет небольшая такая, не довстает, так скажем. У тебя на этот счет есть свои мысли? Нужно ли вставать, нужно ли отдыхать, либо делать все тоже в памповом режиме? Yeah, yeah. I mean, for me, I always come all the way up mm-hmm. and go all the way down. Uh-huh. For me, I've always did a full range of movements. Mm-hmm. No, never half. You know, some guys bench press like this. For me, it's always, you know, same uh-huh. thing with squats. Uh-huh. You know, all the way down, all the way up. Ну, yeah. как видите, ребят. Не в этом правда, и не в этом заключается секрет. И последний вопрос, что касается приседаний. Твои повторения, насколько ты обычно работаешь, 10-12, и варьировал ли ты нагрузку, включал ли ты многоповторку, mm-hmm. допустим, от 20 и больше раз? For me, it all depends. Like, for when I want to put on size, I would do 6-8 reps, but real heavy. You know, mm-hmm. maybe 2, 3, 4, 5, 6, up to 600 pounds, mm-hmm. you know, really, really heavy. If I just wanted to come in the gym and have a really, really intense, high intense workout, mm-hmm. then I would do 4 sets of 20 reps, mm-hmm. you know, 20 reps nonstop. 20 reps, 4 sets of 20, maybe with like 60 seconds of rest in between. Mm-hmm. So different days I would just shock the muscle, you know. Я тоже приверженец того, что нужно варьировать нагрузку, и многоповторка, допустим, как ты делал по 20 повторений, она действительно положительно сказывается на ногах. Но существует такое мнение, что именно в период подготовки к соревнованиям, когда мало углеводов, такие многоповторки пережигают мышцы. Не сталкивался ли ты с этим? Yeah, I mean, I believe you, everybody's different, you know. For me, I always go in the gym. However I feel, that's how I work out. You know, there's no really set way to saying, I always just like to change. I like to challenge myself in the gym, and I always like to just how I feel. Some days you feel stronger than other days. Some days you want to try things different. You know, so for me, I've always went in the gym, and depending on how I was feeling that day, would determine how much weight I would use. Перейдем к таким интересным подробностям твоей соревновательной карьеры и так далее. Многие, даже в свое время еще Дориан Яц утверждал, что, дескать, ты подходишь не то чтобы не столь фанатично, но тебе как-то дается все более легко. И ходили слухи, то, что ты
любил накануне выпить там что-то из алкоголя, и это было нормально. И более того, я тебе расскажу, наверное, ты об этом не помнишь, но в России до сих пор ходят истории про твой знаменитый коктейль Леврона, когда ты до банкета после соревнований сделал сам коктейль. Это было водка плюс пиво. Ты сам это смешивал. И это был коктейль Леврона. Расскажи про это. Oh, Kevin Leveroni cocktail. Yeah, I mean, you know, I think, for me, I mean, I worked out hard, you know, don't get me wrong. I worked out hard, but, you know, also, you know, when you're in shape for a competition, I always got in shape for a show, you know, early, 2 weeks before the show. And sometimes it takes these guys so long to get ready for a show. So for me, you know, when I was already in ready for the show and I was already in shape, you know, I want to have some fun, you know, the day of the show and while the show was going on. So, you know, I could afford to do that, you know, to where a lot of these guys, they can't, you know, they have to be strict all the time. So, I mean, it kind of helped me have a long, you know, a long career. So it worked out. Очень много в твоей жизни моментов, которые не так, как у всех. Вот что касается тренировок. Все знают твою тренировочную схему, как три дня сплит, состоящих из трех дней. В первый день это грудь, дельты, трицепс, затем спина, бицепс и ноги вместе, бицепс бедра и квадрицепс. По такой схеме никто из профессионалов не тренируются, все делят на группы мышц, но это, по-моему, одна из твоих таких любимых схем была, с которой ты готовился к соревнованиям. Почему именно она и как ты к этому пришел? Наверняка ты пробовал тренировать одну группу мышц в отдельный день, но тебе это меньше понравилось или что? Well, I think, you know, for me, it only makes sense to, when you train your chest, you're already having the blood in the shoulders and you're already having the blood in the triceps. And the whole thing about working out and training is about bringing the blood to the muscles. So the more blood you can bring to that muscle, the quicker response and the more development you're gonna get. So chest is a pushing muscle, shoulders is a pushing muscle, and also triceps is a pushing muscle. So for me, it only makes sense that if I'm already using my pushing muscles to do chest, so I might as well go ahead and do the triceps and do the shoulders too, all in the same time. Because the blood, and I'm already using those muscles, the blood is already in the area, so those muscles are already being worked. And that's the whole point of training, is being able to work those muscle groups and parts together. And that's how I was able to be able to gain, you know, 3 pounds of muscle a week. And it would only take me 3 months or 4 months to get ready for Mr. Olympia, to where it would take the rest of the guys maybe the whole year. И ты и по сей день придерживаешься такой схемы, и ты считаешь, что это только работает только для тебя, либо ты считаешь, что это действительно недооцененная схема. Вот лично я скажу, что вот мне не хватает, если я тренирую даже две группы мышц в одну тренировку, мне не хватает проработать, они у меня вообще не болят, то есть мне нужно полноценную тренировку на группу мышц. Возможно, я ошибаюсь, что ты можешь сказать? Try working out, you know, with the way, you know, that I would do it, you know, 16 sets per body part, you know, 16 sets per body part will break down any muscle. Ты имеешь в виду 16 подходов на одну группу мышц или за тренировку? Если на одну группу мышц, то получается, что тренировка слишком долгая по времени. И тогда это плохо, ну, приемы пищи уже пропускаешь и так далее. No, man.
60 seconds in between sets, you know? 60 seconds, you know, okay. 2 minutes in between. Boom, 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 relax, 60 seconds, go again. Mm-hmm. You know, it's very, you know, no time for talking. Окей, окей. Но все равно я в это не очень верю. Ну что ж, следующее упражнение, к которому привел меня Кевин, это гак присед. И тоже интересно, да, вот опять-таки у Кевина вроде все как у всех, но на каждое упражнение, на каждый прием пищи, на подготовку к соревнованиям свой подход. И мне очень интересно узнать, как же здесь обстоят дела. Кевин? Yeah, what we're going to do here is... I'm going to show him some different, again, different foot positions because it's very, very important. You know, as you can see, man, you got some awesome quads. Let me see your quads. He's got some monstrous quads, okay? So the whole point of doing hack squats is actually, yeah, let me see the quads again. Mm-hmm. When we do the hack squats, it's going to hit the outer teardrop right here. Boom. Okay? Massive. So, let's get down to it, brother. All right, so, you want to go first? I'll show you. Так, положение ступней здесь. Yeah. So, what we have right here is, if you have your feet in this position, straight, like this, okay? This? You're right. It's, yeah, you want to, yeah, squat down. Yeah, do one rep. Yeah, come down. What we're gonna do with these feet straight like this, it's hitting the outer quad. Okay, it's hitting the outer sweep here with your feet straight. Okay. So as you can see, he's gonna do like 6 to 8 reps. Cool. Что касается носков, стоит ли делать, если ты помнишь, Том Плац, он делал yeah. вот так. Absolutely. Yeah. Да, и у него были не самые худшие ноги. Yeah. Что ты считаешь по этому поводу? Yeah. Straight. You know, training for the Olympia, I would do this to hit the outer parts of the Okay. Mm-hmm. Then this is a different one. Mm-hmm. This right here hits more of okay. the teardrop, mm-hmm. the outer teardrop. And you also want to make sure you go all the way down. All the way down. Mm-hmm. Now, some guys, move your feet out even more. This is a duck squat. What this does, it brings more of your hamstrings mm-hmm. and the glutes yes. into the area. Okay, all the way down, like this, okay? So you have... Хорошо, ты показал несколько постановок ног в зависимости от целей. Либо это внешняя часть бедра, либо это внутренняя часть бедра, либо это ягодичные. Ты, как правило, в какой твоя любимая стойка, в какой ты обычно делал? All three. Yeah. Okay. So you want to try? Mm-hmm. И что касается повторений в этом упражнении, здесь, я так понимаю, несколько больше, чем в приседе. То есть здесь ты работал 15, может быть, 20 повторений. No, for here, for me, I would do 6 to 8. Mm-hmm. Heavy. Heavy. Yeah, heavy. Always heavy. Еще такой вопрос. Не испытывал ли ты никогда проблем с коленями? Потому что все приверженцы больших весов рано или поздно чувствуют дискомфорт в этой области. No. 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 Wow. Yeah. No problem with knees. No problem with hips. Mm-hmm. You know. Мне кажется, твой секрет в том, что ты долго дыхал. Yeah, so you know the foot position is straight. You want to try to turn it out some. This. Yeah. Now, it's more hamstrings.
bam, and glutes, okay? And you see how low he's going. He's going down really, really low. And he's inhaling and breathing. When you breathe like that, you bring the oxygen into the muscles. Gives you more of a pump. Yeah.